Это не так смешно. Знакомые кастрюльки. Дизайн, скажем так. Ой, боже мой. Я просто кастрюльку хотел взять, пельмени варить. Нет, там. Не знаю, конечно, как часто я буду что-то варить, но все-таки. Ты же не знаю, может мне потом посмотреть набор какой-нибудь вообще, чтобы сковородка, потому что я хочу жарить картошку. Наверное, лучше так. Так просто сделал, я тебе показать, смешно.